18 июня. Что тут смеются сестры, понять не могу. Расскажите, что вы смеетесь? Мне тоже хочу послушать. Да? Иди с Богом. Ладно, пойду в другое место. Поглядим, что здесь происходит. Мамочки. Носишься. Как оглашенная. Это, видимо, тут... То есть не умеете бегать? Если конкурс какой, вы все пропадете. По конкурсу нигде не пройдете. Везде цены со временем. Вот видишь, сегодня сказали, что зелень кончилась. Пошел что? Листья одуванчика. Широкие такие, свежие, наполненные. Крапиву на кушку отрываю, и потом одни листики. Целую сумку набрал. Репей. Ищу, где он низко и травой закрытый, сочный, не на солнце. Репей, простой. После этого пошел, маленькая редиска поднимается, листьев нащипал. Вот отдельно это лук. Вот лук. А это чеснок. Это очень важные компоненты. Доска деревянная, нож железный. Пошел чистить. Вот поперек на перерезал, потом по диагонали. Потом еще раз перевернул. Еще раз перерезал. Потому что резать легче, чем жевать. Вот так. Отпускаю уже. Это я уже два раза опускал. Видишь, какая богатая смесь. Очень богатая. И самое ценное, то, что это свежее на 100% без всяких бензопренов. Не около дороги. А машин-то тут, ни одной машины нету за неделю. Мы прожили неделю, ни одной машины не видали. Вот так. Хорошая клеенка. Дальше опять лук этот, как веники сложил, чтобы близко друг к другу были. Начало. Вот. Почти входит. Смотри, как это много. Но это, если кулак у тебя целый, неповрежденный. Так. Вода. Огорода. Вот его помял несколько раз, перевернул. Ничего тут не надо лить, льют воду. Это не экономно. Вот сколько я вымыл, посмотри, вода какая. Она сейчас отстоится несколько минут и можно пить. Интересно, одно время стали пропагандировать соя. Соя в этом, ну, добавки, в эту, в колбасу везде. Я никогда о сое не знаком был, просто не знаком. Понюхал и сказал, она смертью пахнет. Все удивились, говорят, какой смертью? Да вы знаете, тут витаминов. Я не стал говорить. Смертью пахнет, я говорю. А сейчас везде пишут, модифицированные. Клетки разрушают. Раковая опухоль пошла. А как вы знали? Я еще раз повторю, я вообще ничего не знаю. Я просто молюсь. Отошел. Вот сегодня вот Галина Алексеевна стала считать мои стихи. Я первый раз как будто их слышу. Представьте, 36 строчек стихотворений и 3467 стихотворений. И ни одной помарки нету на шестой. Так, так вообще не бывает никогда. Это нельзя, чтобы такую мысль заложить, как Бог. Поэтому хвалящийся хвались Господом. Как, слышишь, какой звук-то у него? Даже режется такая. Как по снегу. По прошлому году Роспотребнадзор сказали, доски не такие. Мы сразу убрали доски, мы спорить не стали. Лагерь не нужен, мы сразу его ликвидировали. И что, мы проиграли? Нет. А почему? Видя наше смирение, Господь так дал. Ну, представьте, где вы были там. Ну, не один год. В келях и столовая. Ну, все тут. Как спите. Холодильники. Посмотри, сколько. Еще один холодильник приволокли. Две морозильные камеры. Ну, что тут непонятно. А на чем готовят-то? Какие плиты-то купленные? И откуда что идет, сам не знаю. Я даже не могу ответить. Первый раз надо было купить. Кириешечки. Купить. Кириешечки. Вот это плиты. 20 тысяч. А вдруг из Испании прислали. Испания? Очень. Да, я же не видел этих людей. Детки хорошо. А в холодильниках речь зашла, из Италии прислали 20 тысяч. Я на утро встал что-то купить. А один говорит, я еще присылаю 20 тысяч. А вы нет, уже ничего не нуждаемся, верните назад. Зачем нам? Мне это, по мне это не надо. Вот теперь. Видишь, как практически все уже. Вперед так маленько ножом движешь, чтобы не упали. Это не все. Сейчас самое дальше будет интересное.
Интересно, да, это очень интересно. Я смотрю, как ребятишечки, у них лица-то какие делаются, из бледных, розовые. Ну, последний раз. И когда давали обыкновенное перья, то некоторые лукавили, то в карман возьмут, то под стол бросят, а тут никак, в чашке. И сидит перед всеми, видно. Ну, кто-то бы еще и не захотел так. Ну, тут мало остается, тут надо перегнуть. Вот так вот. Вверх и не свишено, как получается. Ну, видела? А теперь дальше смотри еще. Дядя Володя нашел толкушку, мыли ее или нет. Вот эти отдам. Где Марина там? А где мама-то? Коля? Ну-ка давай, она попросится на работу. Я работу дам. О, какая доска, это по заказу Андрей Владимир сделал. Это зелень? Ну, смотри, что у нас получается. А теперь, чтобы хоть кастрюля чистая, вот эту толкушку надо, чтобы помыла она ее. Сейчас она любит помыть. Ну ладно, моем сами. Или удобно. Уже не нужна, Марина. Все, сделал. Помыл. А что хотели? Теперь потолковать. Можно я потом? Это в прошлом году еще была. Это кора. Маленькая, это верхний слой. Здесь. Это все полезно. Мы его сюда хотели. Мариша, ты здесь кушаешь? Вот. Можно я потом? Теперь я ее надеваю рукавичку, чтобы руку не сбить, а вы с пацанами? Игнатика, что вы хули ладите? Что-то там полетело. Вот теперь мы ее ставим. Давайте. Это все чистое, хорошее. И завтра мои птенчики будут есть. Вот, где не прогибается, в уголок. Смотри, воды нет никакой. А где сколько соку? Вот я сказал, у меня еще не хватает. Тут дома я добавлял ревень. И щавель. Можно этого я потолчу? На. Раз, давай. Без рукавички надо тебе дать рукавичку? Да не, не надо. Ну давай. О, видал? Да поближе к краям и посередке. Сейчас подожди, я переверну. Вот так. Мы его сгребем. Заметь, сколько было, я принес. И получилось-то совсем мало. Но это мало, а тоже в плотном состоянии. Пошел. Вот Тараси сам напросился на помощь. Пожалуйста, сестренки, порадуйтесь. Смотри. Мамка-то где? Пусть посмотрит. Мама! Галя, иди-ка. Мама Галя. Посмотри. Какого себе вырастилось? Толкуна. Какие толкун хорошие. Ну и вот стоят, смотрят. Ну еще, все почти что. Я маленько раскопил. Растоптил. Все, забирай. Все, вопрос решенный. Охота заниматься, охота. Преобразование идет. Вот мы когда пруд там сделаем, мы можем сказать, на Волторгском крае это первый такой пруд будет. Да еще покрасим перила, тогда фотографироваться будут ездить. Да, это точно. Только бы сделать, а там жара пугает. 40 с лишним градусов. Видишь, вот как. Ножик. Ножик, чтобы не порезаться. Слепили. Тут лежит. Такой брусок.
Так. Все. Потому что тут как-то не так стояло маленько. А сейчас мы поднимем. Так, уже убрали, да? Ну, за собой убрали, занести. Чистая бумага. Посмотри, наша работа. Говорят, женская, мужская. А едят-то все. Женщина вообще. Все, сестры, смотрели. Собралась? Да. Ну все, я пошел. Спаси Христос, Игнатий Игнатьевич. За витамины и салаты. Да. Сама природа нас лечит. Ну-ка там пройди. Вот посмотрели, что там творят. Так, зелень готова. Слава Богу. Спаси так, Христос. Я пришла. Игнатий Тихонович, а вам квасу завтра дать с собой? Две квасу завтра дать? Две квасу у нас будет квасу. Ученика? Только водички. Чистой воды. Хорошо. Так, Игната, полную 5-литровую банку из колодца воды принести сюда. Чистую банку. И с собой колодец есть. И палатку одну возьмите на всякий случай. Укрытие. И плотную одежду себе, и пару рукавиц. Это ученый лицей, да? Я ушел, все. С Богом. Покажи, как ты пишешь. Школа номер 169. Ничик. А тут надо было свое имя и фамилию написать. А тут что тогда? Совсем не то у тебя вообще. А здесь он собирался Сергеев написать. Ученик Сергеев, бла-бла-бла. Ученик там было, ученика. Ученика, ученицы надо было написать. Нет, платок чихай. Школа 109. Платок чихай сюда. 169. Нет. Скажи, как ты шестерку пишешь? 169? Рыжая прячется вон от зноя. 1-6. Рыжая. Да все, подожди. Давай поймай, собирай. У нас реалити-шоу. Ты сейчас снимаешь. На выйдем, поглядим, что на улице. Так, Сезика этому, к Роману, чтобы машину сегодня пригнал, обязательно. Мы же договорились. Если утром не будет, его не разбудишь или что-то такое будет. Она даже стоит прямо вот к этим вплотную почти. Угу. Прямо сейчас же сразу. Так, там такое все. Слышь, кепку, ну ладно, ну слава богу, кончаем. Я кепку. Видом на березке.